Смотрите, какие красивые у нас свиные легкие. Вот я их вымочила ровно 2 часа в воде. И сейчас я их буду отваривать. Легкий – это очень полезный субпродукт. Находится здесь и цинк, который нужен нам для зубов, для эмали нашей, металлы всевозможные. Поэтому мы сегодня будем готовить субпродуктов вкусные блинчики. Варить ровно 40 минут и первую воду обязательно слить. Вы посмотрите сами, какая она там грязная, эта пена, и захочется все равно слить. При варке добавить горошек душистый, лавровый лист, ну и специи, которые вы любите. Легкие наши закипают, и эту первую воду мы сливаем. Отварилась наша легкая, наполовину, смотрите, уменьшилась. Хорошенько. Если свежая легкая, оно всегда при варке останется красивым. И сейчас с него мы можем делать и блинчики, и салат, да все что угодно. Перекрутили легкие. Поджариваем морковку с луком. Замесили тесто и выпекаем вот такие ажурные блинчики. Большого секрета таких вот блинчиков тоненьких с дырочками нет. Блинчики получаются до того тоненькие, смотрите, какие прям, и не рвутся. Вот они. Прям вот просвечиваются насквозь. Что с них можно буквально все что угодно делать. И не рвутся. С дырочками. Очень хорошее тесто на блинчики. Накладываем на блин и заворачиваем. Накрутили, маслица положили и даем потушиться.